осень, погода, тоска. Людям ни до чего, лишний раз на улицу выходить не хочется. Пришли домой, на диван и все, потому что на улицу выходить невозможно. Вот была пасмурная погода. У 5 малышей пробила прививку. 5 на капельнице здесь. Я, наверное, от этих капельниц никогда никуда не убегу. Вот я примчалась, и теперь капаемся. Девочки, когда маленьких щеняточек привозят, возможность очень большая энтерита. Им делают прививочку, но все равно они схватили заразу. Вот. И поэтому это кровавый понос, вот это и значит, что пробило прививку. То есть их нужно откапывать, откапывать и откапывать. Такие прививки пробивают даже как бы и взрослых собак. Иногда, но это, к сожалению, бывает. То же самое открывается, редко, но бывает. Открывается, это полное обезвоживание, открывается кровавый понос. Все бывает, но у малышей до 6 там, месяцев, если они не привиты, это жесть. Слабый иммунитет. Слабый иммунитет. У 5 малышей пробила прививку, девочки. Это просто жуть какая-то. Это у меня 4 щенка на капельнице опять. Я продолжаю биться с ними. Я не знаю, что за поветрие здесь пошло. Все малыши выросли здесь, и вдруг вот такое резко. Кто-то что-то принес. Мою тяжеленькую забрала с собой. Только что уехала из приюта. Беленькая, самая тяжелая. Попробуй сейчас отпоить ее еще ромашечкой. Прокапала, все нормально. Ну, даст Бог, все будет хорошо. До спонсоров до сих пор никого нет. Все только обещают, все планируют. А кто-то что-то где-то там сказал, написал. И тишина. У нас нет спонсоров. До сих пор нет спонсоров. Нам не удается ничего собрать. Мы ничего лишнего не покупаем. А рваться на две стороны – это вообще страшно. И сейчас в вольерах здесь мы уже насчитали 14 кобелей, которых надо кастрировать. Это молодняк растет. 3 месяца прошло, все, и их пора оперировать. И оперировать мы будем их уже здесь, в Чехове. И то есть проблемы продолжаются. Позавчера, позавчера, 4 дня назад, мы вызывали врача и прививали всех собак от бешенства. Всех привили, что сама голову ломаю. Где брать рабочих, не знаю. Про спонсоров вообще молчу. Но знаешь, я не хочу сдаваться, я не хочу думать о плохом. Я хочу верить в хорошее просто сейчас. Просто тяжелая полоса идет. Обязательно все наладится. Я в это верю, но страшно, что идут морозы и дожди. Страшно, мой хороший. А выжить как-то надо. Нам подарили лампу сегодня. И помоги Бог нам выжить. Сегодня ездили в клинику, поменяли катетер на лапки. С передней лапочки переставили на заднюю. Помоги нам Бог. Сейчас капаемся еще. Малыш лежит на грелке. Она тепленькая, горячая даже. Вот, на 2 пеленочках, трогаю, тепло ему. Тепло. Не горячо, именно тепло. Лапочку подержим так. А глазки у нас плохие. Плохие глазки. Нехорошие у нас глазки. Помоги нам, Бог. Вот смотрите, мы берем большие рукава, вот так разрезаем до половины, вот до половины только, а горлышко одеваем. И у нас получаются вот такие вот попоночки теплые, видите, на спинке. Вот. И ребенок у нас ходит все время вот с теплой спинкой, а держится все это вот так на шейке у него. Вот. Видите? И тепло, и удобно. Но это самый экстренный вариант. Самый экстренный. Нам загружают контейнера. Контейнера, 2 контейнера. Стоят 50 тысяч. Плюс за доставку мы должны отдать 22 тысячи. Итого 70 тысяч будут стоить 2 железных контейнера.
Фото – это контейнера загружают к нам. Они должны скоро приехать. Два контейнера. Длина 6 метров, ширина 2,5. Слепим их вместе, и получится огромная комната на 30 квадратных метров. Это будет просто здорово. Утеплим, и будет шикарная у нас. Это первый вопрос. И второй. Надо срочно вести сетку из грязей. Доставка стоит 15 тысяч. Сетка толстая, хорошая, которую мы заказывали на Липецком заводе. Планирую заказать 40 рулонов. Это те деньги, которые пришли на PayPal. А вот на доставку, девчонки, денег нет. Я хочу по максимуму бросить деньги, те, которые у меня есть на PayPal, чтобы купить именно сетку, потому что работа остановилась, мы не можем делать вольеры, нет сетки. Это очень важно. Сетка – это просто горит. Контейнера вот эти и сетка. Сейчас мы из контейнера нашего пытаемся сделать быстренько двойной вольер, потому что ночью приедет лабрадор, приедут детовчарка и 4 малыша. Сейчас мы перегородим. Вот, привезут только 4, так что не страшно, я думаю, справимся. А лабрадорчика у меня вроде бы уже на него есть ручки. Так что даст Бог, быстро приставим. Ну и на овчарочку мы найдем ручки тоже быстро. Здесь у нас будет такой перевалочный пункт пока. Это моя будущая мастерская, но пока мы ее готовим сейчас срочно. Вот мужики среди ночи, вон там звездное небо у нас. Вот среди ночи мы сейчас вот готовим, ребята. Я очень благодарна моим мальчишкам, они, конечно, у меня замечательные все. Сейчас сделаем, потому что попросила, срочно надо. И ребята у меня безотказные, молодцы. Ну, ребят, вот утеплитель приехал вместе с ним. Сейчас мы все сделаем, утеплим. Здесь уже рейки есть, все. Полы уже с утеплением. Так что обошьем, и будет очень теплая, хорошая мастерская. А пока будет времяночка для малышей. Железная, значит, непротекаемая. Это очень и очень хорошо. Ну что, ребята, а второй рулон сетки принесли, чтобы здесь натянуть? Да, сено принесли, опилки принесли. Давайте подготовим матрасы. Сено есть там, рядом. Матрасы есть. Хорошо. Все, давайте, ребята, тазики принесли, воду принесли? Хорошо. А вверх запенишь? А, все щелочки, чтобы не дуло. Саша, внизу, пожалуйста, проверь от самого низа. Будет тепло и хорошо. Главное, не намочить. Самое главное. Так, будет дверца. Натянули вторую сетку. Отлично. Ну вот и разделили. Будет двойной вольерчик. Главное, что он под крышей. Это временный. Потом сделаем выход на улицу. Так что, слава Богу, здесь сейчас сделаем будочку, утепляем стену, сразу утеплим стену и сделаем небольшую будку, чтобы детям было тепло. Так что все будет хорошо. Время 11:30, а мы работаем. Ненормальные? А мы закончили. Мы закончили делать вольер для детей. Это будет детский вольерчик. Сделали вот такую будку, правда временно, но... Будет тепло. Малыши туда залезут, там будет тепло. Это детский вольерчик мы сделали. Детский будет с этого краю. Все натянули, все хорошо сделали. А это будет взрослый. А здесь у меня лабрадорчик будет. Здесь тоже все сделали. Корм, воду налили. Здесь застелили. Почему здесь будет большой? Потому что у нас здесь материалы. Большой лабрадор не будет их дергать. А малыши раздюрбанят. Именно поэтому здесь я поселю лабрадорчика и овчарочку, а там малышей. Что, ребят, вот такой вольерчик у нас готов. Пошли мои мужики спать, а я буду ждать моих из грязей. Они должны приехать в 2-3 часа ночи. Так что ждать осталось недолго. Слава Богу, мы все успели. Вот такие у нас дела, ребята. Все, слава Богу, все успели. Все аккуратно сделали. И ждем наших новоселов. На следующую неделю, на субботу, моя группа уже наметилась, кто поедет. На эти выходные есть желающие, есть у кого возможность поехать и начинать волонтерскую работу в группе, в помощь Валентине. Она там одна, девочки, ради бога. Но осознайте величину нужды. Мы так нужны. Раз мы здесь, давайте вместе, давайте дружно, давайте реально помогать. Не просто словами, не просто там наблюдением со стороны. Раз мы пришли в группу, значит, мы что-то под этим имели в виду. Значит, мы хотели как-то помочь, девчонки, давайте реально помогать Валентине. Она одна там, посмотрите. Мы один раз там были, вы не представляете, какая там мощь.
сколько там трудов, а она одна женщина все это тянет. Девчонки, давайте будем рядом с ней, раз уж мы сюда пришли. Давайте себя проявлять как настоящие помощники. Это стройка. Всего вот несколько вольеров, а надо сделать на 1000. И поэтому сейчас такие замотанные все. Я не знаю, девочки, как выкручиваться. Я прошу опять собраться и кинуть клич. Кто сколько может, везде, девчонки. Поднимаем крик, пожалуйста. Декабря наш последний срок. Я прошу у вас помощи, люди. Пожалуйста. Мы же правда не для себя просим. Ну давайте сделаем в этом мире что-то доброе и хорошее. Пожалуйста, друзья. Ну мы правда изо всех сил стараемся. Ведь посмотрите, сколько уже сделано. Очень много. Но нам нужна ваша помощь, ребят. Это невозможно, когда сидишь и думаешь, ура, поступило 20 тысяч. И гадаешь, то ли заплатить за лечение, то ли за долг, за корм отдать, то ли купить железо или доски. Сейчас сломались два шуруповерта. Вот сломались, все, ребята. Не выдержали они вот этот напор наш. И нам срочно надо два шуруповерта. Ну что нам делать, ребят? Ну как нам выжить? Ну как нам достроиться? Ну помогите нам, я вас очень прошу, пожалуйста, помогите нам. Помогите нам спасти нашу 1000 собак. Помогите, друзья, мы же вместе с вами их спасали все эти годы. Ну неужели теперь мы их бросим? Я прошу вас, ребята, я прошу вас, помогите. Вообще не за что зацепиться. Именно поэтому заставила сейчас нарезать железо. И железо будем сейчас закрывать вот отсюда, туда вниз. То есть вот эту перекладину придется закрыть вот этим железом, листами, которые... Заставила их нарезать. Понимаю. Да? Есть. Есть? Берутся. Хорошо, давай. Сейчас тогда я прокручу, но мне надо будет еще кого-нибудь, чтобы с кем-нибудь. Сейчас там Ваня закончит и с тобой пойдет, хорошо? Я вот достал. Вот она как бы наполовину. Нет, усиливай как следует. Как бы стараюсь. Все, так, делаем стену. Так, Ваня делает пол. А Игорь крутит нам все. Ладно, ребят, давайте. Да, надо, чтобы понять проблему, наверное, надо высказать ее вслух. Да все у нас будет хорошо. Сколько раз бывало так, что вроде бы в тупик зашли. Проходит немножко времени, мы выползли и дальше идем, правильно? Все у нас будет хорошо, моя хорошая. Я в это верю. Просто, наверное, устала. Знаешь, устала. Я не люблю быть долго далеко от дома. А здесь я почти месяц в этом поле. Я, наверное, просто устала. Надо вернуться в мой хай-гай, в лай, чтобы я опять немножко отдохнула. Я думала, я от дома отдохну здесь. Получается, наоборот, я здесь устала, я домой хочу. Дождь льет, а нам скажи хорошо. А, кто как спит, кто кверх ногами, кто кувыркается. На свежем воздухе хорошо, сытно, мама рядом. Так что все в порядке у нас. Да, козлята? Бози. Он такая, вот скажите, что их 14 штук. Вон, все кучки свалились за мамину спину, и все спят. А работа идет. И все у нас будет хорошо, вот увидишь.